Единая Россия выдвинула кандидатов на выборы в Магаданскую областную думу. По партийным спискам и по всем одномандатным округам 59 человек. Среди них много новичков – врачи, работники культуры, представители творческих профессий, бизнеса. По итогам тайного голосования большинством утвержден каждый из претендентов. Возглавил список кандидатов секретарь регионального отделения «Единая Россия» губернатор Магаданской области Сергей Носов. Мы идем командой. И городские депутаты, и кандидаты в областную думу идут команды, потому что мы понимаем, только так можно добиться результатов, только так можно выполнить поручение президента нашей страны и нашей партии. В Магаданской области реализуют 10 национальных проектов. В этом году в регионе планируют развить санитарную авиацию, создать современное общественное пространство в населенных пунктах Колымы, построить мусороперерабатывающий завод, отремонтировать объекты культуры и дороги, возвести новое жилье. Смотрите, какие изменения происходят фактически уже каждый год. И мы сегодня видим, знаем, что темпы только набираются. Если мы в прошлом году впервые, наверное, за долгие годы 200 миллионов на дороги, на Магаданскую агломерацию, то в этом году уже цифра 300 миллионов. Вы знаете, значит, мне лично что приятно видеть, не только размер цифр, то, что растет финансирование. Это, я хотел бы здесь поблагодарить и руководство партии, наших депутатов, в Государственной Думе. Вертикаль власти в этом плане работает, мы видим. Но отрадно то, что наши подразделения, наши работники осваивают эти деньги. Делают это качественно и получают соответствующую оценку от жителей. Серьезная программа по благоустройству. Казалось бы, вчера идея от парка «Маяк» реализовалась в конкретный объект и по достоинству была оценена людьми. И программа благоустройства в программе нашей партии занимает особое место. На конференции утвердили проект предвыборной программы, с которой региональное отделение партии идет на выборы областного парламента. Те проекты, которые сейчас реализуют в сфере благоустройства, дорожного строительства, демографии, приоритетного национального проекта в сфере образования, это все будет реализовано только в том случае, если будет нормальный баланс политических сил. И это, конечно, должна сделать та партия, которая начинала это все. Я желаю всем, кто сегодня был выдвинут кандидатами в депутаты, победы, ну и в дальнейшем совместной плодотворной работы. Сентябрьское голосование в партии, по словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, считают генеральной репетицией перед выборами в Госдуму.